А вот запись идет железная дорога. И там видно вагоны идут. 60 вагонов. Ну, только увеличить, если. Вот концовка зарезана. 60. А это все Владимир Александрович Пащенко пашет землю. Такой у него прибор он. Вот как делает. Рыхлит. А это столик, на котором я рыбу чищу. Вот так. А вот это колодец. Вот от него тут провода идут. А сарай. Это умывальник. На 10 рожков. Из лагеря еще перетащили сюда. Вон там какая-то осина упала. Прямо вижу, что упала. Вот она. А здесь и яблоня ранетка. И тут еще что-то есть. Это вот летом думали сделать душ. И так все не сделали. Никита тут делал. Пустые банки. Голуби тут везде. Голуби, голуби. Вот они какие голуби. А это бочку сегодня одну. Дёнышко там прохудилось. На воду увез. Увезли с Володей. Колодцу. Вот такие. А это гоняет. Молоденький совсем, он их гоняет. Не хватает, видно, женского пола. Вот они где. В тазик воды наливают, с двух сторон могут пить. Все время надо подливать. Ну а вот здесь сделал вот эту вот музейная редкость. Там голубка. И вот голубь, который за ней ухаживал, отдельно его поймал, посадил. Другие ее обижали. Один дикарь, и беленький вот тут толкется, а туда попасть не может. Она у меня оттуда убегала, и он убегал. Ну, раза четыре. Пока сетка старая. Вот какие же. А вон ей там что-то наговаривали, дескать, не попадешься сюда. Дал пшеницу, там он залез в нее, гнездо хочет сделать. Вот он через решетку с той стороны пытается какое-то какие-то сведения. А здесь песок и соль. Едят. О. Воркует. Чего-то рассказывает. Семечки я тут рассыпал. Вон она, увидал ее. Голубку. Она хорошенькая. Но слабенькая, летать не может, что-то с крылышками у ней.
По одной семечке, даже на полу выбрал. И тазик с водой, посередке кирпичи. Уже знаю, что вот она как. И сверху досками. Целлофановый мешок из мешков целлофан расстелил, потому что они там он все. И вот это все делали Калашников, Петр Григорьевич, царство ему небесное. Господи, прости его. Хорошо сделано. Сыновья тут помогали. Сыновья. Вот так. Матушка помогла нам перекупить это. Добрая она. Володя, не мне это все. Вот она как. Эта труба идет, теплая. А это вот висят корыца. Видишь, они на проволоке, а проволока не видать ее, палочки привязаны, чтобы не стукнулись. Везде солома, сено кинул, тут они не достанут, на улице выхода нету. Ястреба. И они погибают сразу. Тут выхода нигде нету. Похоже, что вот здесь вот они у меня мыли, два тазика с отходами. Это так пшеница. Так на доску бортики набил. А это вот настоящая кормушка. Только голову просунуть туда. Вот большая такая. Это Коряковцев Михаил Петрович. И тут сразу меньше стало. Намного меньше расходовать. Вот 24 тюрюка полной пшеницы. И вот 4 большие бочки. 4 большие бочки. Вот так.